Просыпаюсь каждое утро с мыслью, вот бы уже что-нибудь было, что-нибудь, а потом думаю, ну да, позже буду говорить, что у меня все уже было, а я этого совсем не ценила, не ценила самую главную суть. Не ценила солнечный день и спокойное небо над головой, не ценила руки и возможность прикосновений, не ценила то, как можно говорить ни о чем с тобой. А как же много вокруг таких простых и красивых мгновений, ведь время быстро и ускользает из рук, должно волновать только то, что прямо сейчас происходит. Мгновение и все, поменьше мыслей про... Я прямо сейчас живу, это моя жизнь, и она уходит. Любо дорого смотреть, тянет нить, а тянет медь, залпом или наугад, струятся речи не в попад. Да задолбали, все время хочу как лучше ожидать, что-то позитивное, нарываясь на те же грабли, что вызывает чувство вины и противное. Мама звонила только что кислая, с натянутой улыбкой нежности, очаровательная легкомыслие, катализатор моей неуверенности. Мне мама всегда говорила, ты такая милая, тебе не идет, вот я это все запомнила подсознательно, и когда злюсь, только плачу теперь с надрывом. Позже такая неопределенность, скорее сойдет в могилу. Почему мой успех приходит с таким опозданием сильным? Я что, сперва должна дойти до нервного срыва? Я удивляюсь, как помещается столько грани в одном стакане, как в одном помещается нежность, дикая жестокость, ликая, будто течение в океане. С одной стороны, всю адрес слышу, Маша стала такая развращенная, а с другой зачастую получаю, но ты у нас такая милая, такая скромная. Я так надеялась, что не будет в моей жизни главы 5 на 2. Ну вот теперь трамвай на работе, в баре, в любом удобном случае. Пишу новый рэп, новый стих, песню, чтоб не забыть почувствовать, я жива. Главное помнить, что все это временно, и я все же в какой-то мере везучая. Ведь если ты не погружаешься целиком, да, будет неинтересно. Может, хватит или пополам кусочек жить, оставлять на потом. Намного ярче будет жить, если окунаться полностью душой и телесно. И там, где страх, места нет любви, а я буду идти навстречу страху прямо у его лапы. Как дочь самурая, сражусь в поединке с ним до победной черты. Да, будет больно, но именно через боль постигать эти этапы. И победит в итоге вовсе не таланта, упорство и вера. И каждый день, несмотря на обиду и страх, я продолжаю находить эту веру в себя. Ведь если не верю я, никто не поверит. Любо дорого смотреть, тянет нить, а тянет медь, залпом или наугад, струятся речи не в попад. Не в попад, не в сила. Словно